Станислав Воскресенский стал участником заседания Координационного совета по делам ветеранов войн, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В центре внимания инициатива премьер-министра о создании в российских регионах военно-патриотических парков «Патриот». По задумке, объект должен включать в себя некое культурное пространство, спортивный городок, выставку боевой техники и многое другое. В Иванове все это по сути есть, правда, сильно разбросано по городу. Скверы десантников и воинов-интернационалистов, памятник героям фронта и тыла, музей при воинских частях. Ветераны предлагают все объединить, не буквально, конечно, и сделать общедоступным. Кроме вот этой воспитательной работы с населением, мы фактически поле для развития юноармейского движения, где бы они могли заниматься, лекционные классы, видео, поле для стрейбола, тир настоящий, там обязательно должен быть. Медведев расписал определенные элементы этого парка «Патриот», которые должны обязательно находиться. Вот сегодня мы будем предлагать губернатору вот эти места наши. Я думаю, что он поддержит нашу инициативу правительства. Территорию, которая подошла бы под парк, в черте города найти проблематично, а то, что уже имеется, требует благоустройства. Мы думаем, в этом году очень достойно, с привлечением опять-таки лучших умов и архитекторов, сделать сквер интернационалистов в городе Иваново. Мне кажется, он достоин все-таки особого внимания. И мы с вами как-то это обсуждали на одном из совете ветеранов. Дело там не столько даже в памятнике, там дело именно полностью, что в его благоустройстве, чтобы это действительно стало местом проведения времени и напоминало, безусловно, о подвигах наших с вами соотечественников. У военных два предложения касаемо места размещения нового парка. Мы предлагаем создание этого парка на территории города. Но мы рассматривали два варианта. Вот сейчас будут докладывать коллеги по Северному, но мы рассматривали в том числе территорию парка 905 года. Парк рядом с аэродромом «Северный» – вариант вполне логичный. Выставка техники там уже есть, территория большая, ее можно просто отгородить от военной части забором. Кроме того, именно на «Северном» проходит самый массовый военно-патриотический праздник региона – «Открытое небо». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.